Всем кус, с вами Джейкоб, и это уже четвертое видео по рубрике «Рандомные карты». Сегодня будем проходить карту GC Hardcore, по крайней мере, она так называется. Сделал ее мне мой лучший друг Мелон. Ну что же, не буду задерживать его и вас, потому что он очень ждет, чтобы я наконец-то прошел эту карту, и давайте тогда начнем ее проходить. Карта для версии 1.7.10, автор iMelon. Ну, на самом деле, о том, что карта для версии 1.7.10 я не сразу узнал, так как сначала я зашел на 1.5.2, увидел, что здесь нету блоков вот этой обожженной глины. Потом перешел на 1.7.2 и потом увидел, что нужно 1.7.10, вот так вот. Ну ладно, хорошо, теперь я на 1.7.10, поэтому можно смело играть. Привет, Джейкоб, эта карта для тебя. Тебя ждет множество интересных испытаний. Правила. Первое. Не ломать блоки, если не просит. Второе. Креатив только в крайнем случае. Окей. Третье. Играть на версии 1.7.10. Плюс по желанию собирать бонусы. Какие бонусы? Изумруды. Хорошо. Пожалуй, начнем игру. Так. Ага. Сохранись. Там сзади кнопочка. Хорошо, спасибо. Итак, как я вижу, у нас здесь паркур, вроде, так, что-то у меня... Так, вот, извиняюсь, немножко залагал майн, вот. Так, мы продолжаем. Хорошо, видимо, здесь никаких ускорений не нужно, поэтому... Поэтому, вроде, можно уже начинать проходить. Вот я вижу, что здесь мне хотели выдать яблоки, что ли, только я их почему-то не вижу. Ну ладно, думаю, что это не особо важный момент в карте, поэтому давайте начнем проходить. Так, ой, съехал с этой лестницы, поэтому давайте еще раз. Так, сохранение вроде работает. Окей. Оп, ай-яй-яй. Опять упали. Странно, я нажимаю Shift, вроде что-то не робит, он не работает, что ли. Сейчас посмотрим. Левый shift. Ну да, вроде все нормально, просто, видимо, я плохо прыгнул. Ну ничего, сейчас все получится. Да. Оп! Так вот здесь. Уже такой легкий более паркур. Ну и здесь. Вот здесь то, что я не очень люблю, но. Ой-ой-ой. Фух. Так. Ага, теперь здесь вот, вот таким образом нужно было запрыгнуть. Ничего, сейчас попытаемся еще раз. Так. Фух. Пока буду проходить, что еще хотел сказать. Да. А, у меня до этого не было интернета. У меня сейчас как раз, когда я записываю, сейчас у меня вторник. И да, я люблю заранее записывать ролики, чтобы на потом не оставлять. Раньше я записывал в пятницу, и в пятницу же монтажировал, и где-то под вечер только выкладывал ролики. Это было... Давно, уже где-то год назад, если не более. Да, вот. Но сейчас я решил все заранее делать, и у меня почему-то не работал интернет. Сейчас я что-то настроил, час настройки, и наконец-то вроде все работает. Я наконец-то на лицензии со своим скином и смог скачать карту, иначе бы я никак не смог проходить карту без самой карты. Это как-то даже маразматично, что ли. Вот. Так, допрыгнуть возможно, просто набери разгон. Угу. Хорошо, я понял. Вот меня смущает этот крипер, который хорошо, что уже упал. Что с ними? Почему они падают сами? Это 1.7.10, немножко странная версия. Ладно. Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Нужно было, чтобы там еще один чекпоинт был, так бы было немножко полегче, потому что это... Блин. Ладно. Опять попробуем. У меня на паркур уже, можно сказать, иммунитет, так как... Ну, это паркур, понимаете? Здесь сама соль такова, что нужно... Что... Нужно как раз-таки хорошо уметь прыгать, хорошо вот владеть этим мастерством прыжков. Но, видимо, у меня нету такого мастерства, и у меня нету иммунитета к паркуру. Вот, потому что я не очень люблю паркур, но какая же карта без паркура? Это же... Так, здесь нет, здесь нельзя.
Так. Ай-яй. Блин. О. Так, что-то уже не нравится мне то, что я вот так начал тупить с самого первого испытания. Мне Мелон писал в ВКонтакте, что здесь 6 испытаний, точно не знаю, потому что карту я впервые прохожу. То есть я до этого, как начал снимать, я не проходил ее, поэтому, блин, поэтому я не знаю, как там дальше будет. Поэтому можно сказать, что я и сам не знаю, что там ожидает, поэтому как раз таки немножко интересно проходить. Слушайте, давайте я хотя бы там поставлю спаунпоинт хотя бы на этой первой лестнице. Я думаю, что меня простят. Думаю, что вы меня простите за такое небольшое читерство. Ну просто это невозможно. Ладно. Фух, у меня вроде нервы крепкие. Вроде. А что ж такое-то? Ладно, пусть. Давно я уже не проходил карты, еще от Хэллоуина, по-моему. Да что ж такое-то? Ну блин, ну эти два блока, ну они просто... Они как, я не знаю, с чем сравнить их можно. Они так на меня прям смотрят. О-о-о. Окей. Давайте я поставлю здесь spawn point, потому что я... Вот посмотрите, сколько раз я умер. Это... Как там, по-моему, вот так вот правильно пишется. Да. Я просто дальше хотя бы здесь пусть, потому что здесь все так запутано начинается, что... Ага, вот как можно еще. Оп. Вот это дела. Вот это дела. Нет. Сейчас. Вот это дела. Вот так. Ну блин, ну я перепрыгиваю его, все время перепрыгиваю. Ладно, по крайней мере, я уже знаю, как нужно взбираться по этим лестницам. Нужно с зажатым щифтом. Вот. Оп. Вот так вот. Я перепрыгиваю. О! Теперь перепрыгнул той блок, который нужно мне. Ох, ребят. Чувствую, я буду мучиться здесь еще долго. Но ничего, я пройду этот гребаный паркур. О, блин, я просто не могу дальше смотреть вот на это все, ну. Ну ладно. О! Наконец-то! Да, я зажал shift. Ой, блин! Хорошо, я буду спокойным. Я не хочу тратить нервы на паркур, потому что меня еще ждут 5 испытаний. Фух. Так. Нужно уже действовать, потому что уже 8 минут, а я до сих пор мучаюсь над паркуром. Вот за что мне это все, скажите? Ладно. Ну, вообще-то, как всегда, я думал, ну, Мелон назвал карту Hardcore, GC Hardcore, то есть, ну, типа, Джейкоб Hardcore, что такое. Но я не ожидал, что она будет хардкорная с самого первого испытания. Это неожиданно, что ли? Ну, ладно. Ну, блин, ну, у меня ж получалось. Фух. Пожалуй, давайте-ка я это все ускорю, потому что я чувствую, я буду еще тупить долго. Постараюсь ускорить это все и пройти уже вот где-то вон туда. Поэтому погнали.
я хотел сказать, вот что я заметил, видимо, это небольшой недоработок. Вот здесь, видимо, я запрыгнул на люк, да? Ну, и по идее, мне нужно было бы где-то запрыгнуть на какой-то из этих люков, но я к этому не достану уж точно, к этому уж тем более. Но возможно, вот что, вот здесь, когда только я начал играть, вот здесь какие-то яблоки мне выдавались, но они мне не выдались, не знаю почему. Возможно, у меня должен был бы быть эффект прыжка, но почему-то его нет, но я не знаю. В общем-то, будем считать, что это недоработок, и поэтому просто-напросто давайте поставим здесь люк. Нет, не здесь. Вот здесь, иначе я не запрыгну никак. Будем считать, что это недоработок, потому что, по сути, вроде так и есть, видимо, Мелон. Забыл что-то рассчитать. Вот. Окей. Ну, пожалуй, давайте проходить дальше. Здесь опять та же самая ситуация повторяется. Что-то не пойму. Ну, я на версии 1.7.10. То есть здесь не должно быть каких-то особых блоков. То есть такие блоки, вот, например, если на 1.5.2 зайти на карту, которая предназначена для 1.7.2, то бывают разные там, где блоки, например, обожженная глина, там пустота вместо них. Здесь такого быть не может, по идее. Поэтому уж давайте опять-таки что-то сделаем. Я посмотрю, здесь возможно ли дальше проходить. Дальше, по идее, возможно. Вот серьезно, дальше возможно проходить, насколько я вижу, надеюсь. Окей, так, я, кстати, хочу кушать. Ладно, кстати, я не знаю, в каком играть. Там, по идее, что ж такое? Это у меня должен был быть эффект прыжка, что ли? Потому что я не понимаю, что к чему. Хотя, знаете что? Я, кажется, понял. Вот так вот мне нужно было. Блин, ребят, извините, как-то не хочется уже обратно это все идти, потому что прошел довольно-таки приличное расстояние. Серьезно, я что-то затупил, я вспомнил, что на закрытый люк также можно вставать, поэтому реально, извиняюсь, Мелани, извините, ребят, но затупил, да, признаюсь, затупил. А, так, нет, вот так. Ну и здесь вот так, жмякай. Молодец, ты прошел паркур, наконец-то, да. Мост очень старый, рушится, будь аккуратнее. Так, здесь какой-то сундучок. А вот бонусы, да. Вот только меня смущает то, что я сейчас могу все просрать. Да, сохранение. Хорошо. Побежали. О! Ай! Блин! Блин! А! О, у меня сохранились эмеральды. А, то есть здесь, видимо, стоит такое правило, которое, типа, там не разрешает инвентарю теряться, что ли, что-то такое. Так. Так. Не падай. Фу, все. Ты прошел, жмякай. Юху, это уже второе испытание. Так. Думаю, ты знаешь, что это Спарта, дроппер. Так, это что, сохранение? Обязательно. Вот без этого никак. Я вижу там еще сундучок, и мне кажется, что к нему нужно добраться. Лол. Да. Вот так. О, вот здесь все хорошо. А там меня пытались затроллить. Хорошо. Пожалуй, Спарта так Спарта. Хорошо. Ну, точнее, все плохо, но как бы сейчас все будет хорошо, уверен. Только куда мне упасть нужно? Ага, вот так вот значит, да? Ай, ай, ай! What the fuck? В это ви... Не знаю, какой-то бага, видимо, я как-то случайно задел воду и упал. Ну ладно, но все-таки я прошел. Вы видели, что оставался один блок, оставался. Вот. Ты прошел Спарту. Молодец. Так, что-то у меня больше лагает, когда куча FPS стоит. Так, у меня опять залагало, извиняюсь. И когда у меня лагает, тогда бандикам, по-моему, перестает записывать. Ну, хорошо, ты прошел Спарту. Вот только. А здесь есть? А, сохранись, да.
Покажи свою удачу. Ага. То есть вот так вот, да. Ну хорошо, я буду думать так. Ага. Вот. Знакомые головы. Так, это по идее, это мой друг Феликсар, это я, это как раз таки Мелан, да. Хорошо, вот что-то здесь вот эти головы. Мне кажется, что здесь возможно, вот это первое, значит, я умру, здесь также умру. И на последних также. То есть, по идее, нужно прыгать где-то сюда, либо же сюда. Давайте посмотрим. Я не знаю, просто так вряд ли бы здесь были эти головы, но все-таки я не угадал. Поэтому давайте вот сюда. Блин, как так-то? Хорошо, ну давайте-ка, опа, вот сюда. Ну неужели, блин, неужели мне так не везет? Хорошо, давайте вот сюда. Ну что ж такое-то? Ладно, видимо, у Джейкоба хреновая удача, так прямо и скажу. Молодец, так. Ага, я знал, здесь что-то есть. Да. Хорошо. Пошли дальше, что у нас здесь? Давай поиграем в угадай летсплейщика. Я знаю, есть такая карта, но я в нее не играл. Поэтому, ну давайте поиграем. Так, здесь сохранение, по-моему, да? Окей. Так. Джейкоб Мелон Феликс. То есть я должен не узнать свой скин? Как так-то? Ладно, Джейкоб, дальше. Хорошо. Конечно же, Мелон. Мелона просто с ложкой невозможно попутать. Это Мелон, да. Сейчас. Кто это? Кирасир, Шет, Флэг Джикей. Флэг Джикей это отпадает точно. Шед, честно говоря, я не знаю, как скин Шедоу, Террасер. По-моему, Террасера скин не человека, а какого-то человечка в костюме, что-то такое. По-моему, это Шед. Да? Ух ты. Хотя я его ни разу не смотрел, но, видимо, угадал. Это Евгеха, конечно, Евгеха, я никак не Бендер и не Димастер. Окей, что у нас дальше? Workbench. Фрост. Это, конечно же, Хаюха и Ивангай, да? Так, дальше. Кто это? Конечно, это Маузер. Все дело в том, что как бы у Маузера волосы сделаны на втором слое, то есть на слое, где должна быть типа шапка, что такое. Поэтому волосы не отображаются. Но это Маузер, это 100%, я его всегда смотрю. Фух, да, молодец, идем дальше. Конечно же, идем. Так. Настало время X-Run. Стоп. Сохранись. Да, обязательно сохранюсь. Так. А, нет, все работает, да. Поле зрения Quake Pro самое большое. Ага, я понял. Вау. Ой-ой-ой. Хорошо. Ага. Ну, погнали. О! Ого. Это было реально неожиданно, но. О-о-о-о. Ага, я понял всю соль, как бы, этой мини-игрушки, что ли. Но есть такой вариант, что я тупо возьму и перепрыгну вот это, вот. Поэтому, но я все сделаю по правилам. Так, пожалуй. Погнали. Фух, прошел! Да, супер! Думаю, что можно уже убрать Quake Pro и поставить на обычную. Это, по-моему, обычная, да? Не, воу, что это такое? Нормал, где нормал? Ну ладно, пусть будет 71. То что ж такое-то? А, это у меня скорость, точно. Точно, забыл. Молочко. А, вот, а, да. Возьму, пожалуй, одно. Думаю, что остальные не понадобятся. Да. Хорошо. Поздравляю. Да? Все? Поздравляю, ты прошел мою карту. Карту сделал Мела. Большое спасибо. Осмотреть карту специально для Джейкона. Так, у меня опять залагало. Итак, ты прошел мою карту. Карту сделал Мелан специально для Джейкоба. Да, спасибо. Осмотреть карту. Так, пожалуй, здесь, видимо, что это? Как тебе карта? 1, 2, 3, 4, 5. Либо.
сколько изумрудов собрал. Хорошо, как тебе карта? Ну, я думаю, что карта получилась довольно-таки хорошей, и не было каких-то существенных таких прям минусов, что ли. То есть, все было продумано, и, по-моему, все даже неплохо. Я думаю, что карта заслуживает пятерки. Спасибо, Мелон. Карта реально довольно-таки хорошая. Классно, буду делать еще, обязательно буду ждать. Ну и что же, сколько ты изумрудов собрал? Я собрал 27 изумрудов. Более-менее, хорошо. Ну, более-менее это, думаю, что как раз-таки более-менее нормально. Окей, осмотреть карту. Ага, можно осмотреть, да. Ну, что я могу сказать, карта серьезно довольно-таки прикольная, вот это испытание особенно. Это было реально неожиданно, я сначала не знал о таком испытании, но понял саму соль, когда начал проходить. Но мне понравилось вот это испытание, и, наверное, понравилась Спарта, точнее, этот дроппер. Ну, что же я могу сказать, наверное, на этом все. С вами был Джейкоб, ссылка на канал Мелона в описании. Там подписывайтесь, там очень много классных роликов, думаю, зацените, обязательно подписывайтесь на него. Ну что же, Мелону спасибо за карту, а с вами был Джейкоб, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, ждите новых видео обязательно. Ну и что же, дорогие друзья, всем удачи, всем пока.